считая себя учеником Железова. С персиками так и не получилось. Ни с косточками, ни прививками. 7 лет вымерзал до корня. Минуточку. А, я сейчас его за это хотел пожурить. Не укрывал, так как не вижу смысла. Дорогой Анур, ну мы с вами старые друзья. Вы уже старый волк. Вот ваши результаты. Ну как можно персик? Ну как? Башкирии не укрыть. Я так чуть персики не потерял. Хорошо, потом вниз снега пошли обратно. А тут до корня вымерзал. Что значит не вижу смысла? Я на правах старшего товарища, старшего друга говорю. Повторяйте еще раз и укрывайте. Укрытие есть естественное. Но снегу хватает в этой Башкирии. Сделали вот так вот. Не вот так вот, а вот так вот. Вот. Полына будет обязательно под снегом. Или как я. Беру бревно, наклонил ветку. Раз, бревно. В фильме есть. Но это я для учебы делал. Я вообще палец о палец не ударяю. Это тоже раз, бревном придавил. И теперь она уже точно под снегом. Потом замерзает, допустим, все, что выше снега. Бревно в печку, а раз выпрямили. Еще год, он опять такой же, 2-3-метровый. Так что я вас это пожурил. Да, самое приятное начинается. Анур это старый волк уже. Один из моих этих самых не новичков. Абрикосом полон сад. Груши, черешня. Объявление на авито, а вот тут грустно. Висит постоянно, он начал уже продает. Цены смешные. Кроме перекупов, никто не интересуется из местных. Болгарское обращение, сатари и все. Просыпайся. Он столкнулся с тем, чем мой Сергей Железов. Лучшее в России, включая и Казахстан, и чуть ли не Японию, и включая это самое, Украину, Белоруссию, Прибалтику. Все это гигантское пространство. Лучшее все из лучших, а продать не может. Когда сам выращиваешь, это ты не перекупщик, что там купил по 50 рублей эти брак с юга, с южных стран и выдал за кто за колонну, кто за что. Вот он пишет, просыпайся, народ. Человек старался, хотел на этом заработать. Это я подталкивал. Ребята, надо вытеснить мошенников. Вытеснить. И никто не покупает. Дальше читаем Анура. От себя скажу. С черешней пришлось повозиться. На 5-м поколении появились плоды. Мне кажется, на 5-м году. На 5-м поколении это что-то... Не, ну прививки-то понятно. 5 поколений-то, может быть, всего 5 лет и было. А вот просто на 5-й год зацвело и это, тут непонятно. С абрикосом было просто. На 3-й год пару плодов, дальше по прогрессии. На 3-й год. Груши обалденные. Особенно, внимание, учеба. Особенно нравится вкус моей любимицы, привитой на АИЕ. Вы знаете, что такое АИЕ? Это такое недоразумение. По-моему, до сих пор ни один человек на планете не знает, то ли яблоко, то ли груша. АИЕ не прижилась. Но корневая оказалась очень стойкой к нашему климату. Привил и получил результат. Корневая. Так, тогда, наверное, это все-таки ближе к яблоне АИЕ. Яблони лучше дают корневые отводки. Учитель, спасибо. И присылают эту фотографию. Ну, конечно, спасибо, но могли бы фотографии побольше. Для меня каждая фотография праздник, Анур. И не только Анур, а все вы.